Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я решила вам рассказать и показать свою рассаду. Те, кто смотрел мои видео ранее, те знают, что я садила рассаду 12 февраля. Я ее садила семена в грунт, купленный в светофоре. Брала одну часть земли светофора, плюс еще одну часть земля с теплицы, с огорода. И рассаживала семена. В эту же землю я пересадила и рассаду. Как видите, рассада посажена просто в обрезанной коробке. Молоко, сок там и так далее. И вот так вот рассажена. Это у нас наша многострадальная виола, вот с которой я бодаюсь, вот это что выросло. Это петунья. И баклажанчики. Вот это вот крупный, это вот колобок. Я, значит, два раза удобрила вот эту вот рассаду. Ну, вначале, когда она была еще на школке, теперь вот сейчас. Удобрила два раза простыми удобрениями, которые я покажу попозже. Я, видите, за то, что, как говорится, попроще и подоступней. Вот в нашем манюсеньком городочке, ну, не всегда бывают, а можно сказать и не бывают, дорогие препараты, там, разрыхлители, так, ну, всякие такие, как говорится, прибамбасы для огорода и для выращивания рассады. Поэтому вот, что имеем, как говорится, что доступно, вот то и садим, и на том выращиваем, и тем удобряем. Марганцовочкой тоже проливала, чтобы не было черные ножки. И вот, вот что имеем. Мне кажется, нормально получилось, нормальная рассада все-таки, правда же? А это вот, что я досадила чуть попозже. Значит, под пленочкой у нас, я посадила вчера, находятся помидоры. Значит, здесь вот еще петунью досадила. Вот купила флокс в монетке. Посадила первый раз, у меня опыта выращивания ее нет. И также вот вербену посадила. А это мой косяк. Я посадила петунью также. С монетки, балконную смесь. А потом в эту же емкость я насыпала флокс. Не знаю, что получится. Ну, косяк. Ребята, реальный косяк. Так получилось, как говорится. Там у меня подальше еще стоят баклажанчики, немножко доходят, которые я... Ну, вот эти, которые уже рассажены. И вот посадила лук. Ой, извините, тут... Вот он, короче, в ракушках. Exhibition. Семена старые, там что-то повсходило. Тоже опыта выращивания нет, но что получится, как говорится. На втором окошечке у меня тоже уже рассажены перцы. Я ранее говорила, что эти перцы я сажу с семян, которые получаю из плодов, также выращенные в теплице на протяжении 5 лет. Сорт, в принципе, неплохой. Не очень крупный, прям такой огромный, но, как говорится, много. На стебле этих перчиков получается. Но я решила, что в следующий сезон я буду заказывать профессиональные семена перца. Также выращу плод и тоже возьму с них семена. Вот пока стоят перчики на окне, потеплеет, они пойдут на балкон. Ну что ж, будем ждать урожая. А это вот удобрения, которыми я обрабатывала рассаду. Куплены они в магазине «Магнит». Цена доступна в районе 30 рублей. Вот я два раза удобряла рассаду. Но я еще, как ранее говорила, что я еще поливала марганцовкой от черной ножки. Ну что ж, дорогие мои подписчики и гости канала, подписывайтесь на мой канал. Буду дальше показывать, как растет моя рассада. Всем пока-пока!